Не стоит относиться к этому как к безобидному явлению. На самом деле мы мало знали об этой субкультуре, почти что и ничего не знали, но нам дали повод узнать об этой субкультуре больше. Теперь мы знаем, что, возможно, это культура, основанная на анимационных японских фильмах, но это лишь только предлог для того, чтобы, возможно, тоже осуществлять при вспышке какие-то деструктивные действия, потому что срабатывает эффект толпы, срабатывает несформированная психика, товарищи, которые рядом находятся, и все это может вылиться в неблагоприятные последствия. И, конечно, это не субкультура, а псевдо-субкультура со знаком минус, своеобразный вирус, который распространился в России, в Казахстане, в Украине, и вот перешел в Беларусь. И считаю, что консолидированными действиями, работой с родителями, со школами, с молодежью, можно эти действия обратить в более конструктивное и положительное русло.